Владимир Путин сегодня обратился с посланием к Федеральному собранию. Поддержку семей, особенно многодетных, президент назвал приоритетной задачей. Глава государства предложил увеличить прожиточный минимум, повысить почти в два раза пособие по уходу за детьми-инвалидами, снизить налоги и ставку по ипотеке. Мэр Новосибирска присутствовал на обращении президента к Федеральному собранию. Анатолий Локоть отметил успехи города по выполнению поставленных задач. Мы активно участвовали в программе реализации поручений президента по поводу строительства новых детских садов. За 5 лет работы 29 новых детских садов построено. Сегодня мы активно строим школы, и мы включились вот в решение этой проблемы именно ясельных групп. В этом году нам предстоит сдать 7 детских садов с ясельными группами, и на следующий год 13. Мы выполняем это поручение, которое было сформулировано раньше, а актуальность подтверждена в сегодняшнем послании. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!